Итак, привет, моя семья, моя интернет-семья. Что я сегодня готовлю? Я готовлю по своему собственному рецепту туз-лук. Значит, здесь очень много положила я этих ребрышек, но не бараньих. Обычно из бараньих варим, но у меня здесь козьи ребрышки. Дальше, девочки, прямо целиком кладем сюда. Я кладу, я не знаю, как кто, я кладу целиком картошку, целиком пару луковиц, целиком, ну, я режу на 4 части или на 2 части помидорки. И, смотрите, не надо тыкву, вот, чистить. Я прям на куски ее и сюда. Потом я ее вытащу. Если надо будет, я мякоть куда-то использую. Если не надо, не будет. Варится очень быстро тыква, поэтому следите за ней, чтобы ее вытащить первой. Мы ее вытаскиваем. Это все я откидываю. Вот это вот я кладу для... чтобы сок свой дала, вот такие как бы ошметки, скажем так, квадраты пекинской капусты я кидаю, и перчик. Потом я это все себе заберу и сделаю в блендере такую массу, знаете, потом ее приправлю, и у меня будет как соус, в том числе и тыквенную мякоть я тоже всю заберу, и помидоры, все-все-все. Будет у меня бульон, шикарный бульон с этим, с картошкой, с морковкой и... с ребрышками. Вот и все. Вот уже распадается тыква. Это значит, мне ее пора вытаскивать. Ничего сложного нет. Но не забудьте сюда положить тыкву. Она дает, во-первых, цвет хороший, оранжевенький. А во-вторых, вкус. А ребрышки барашки или ребрышки козочки побольше, побольше, побольше. И получается прям целиком вот эти ребрышки, видите? Прям вся ее реберная часть здесь у меня. Вот она закручена, раскручена. Вот, и это вкуснятина неимоверная. Мои мальчики будут рады. И я не делаю никаких зажарок, никаких пережарок, ничего. Сегодня все вот так. Это полная-полная кастрюля 5-литровая. Она как раз... заполнена доверху. Не водой, а вот полностью. Много картошки. Вон там масса картошки. Вон они, видите? Целая луковица. Масса мяса. Мясо вообще у меня. Прямо, можно сказать, целый маленький козленок. Вот он. И, конечно же, очень вкусный будет. Я его называю туз-лук. Туз-лук еще проще готовится. Но я вот люблю так. А потом не забудьте вытащить вот это все. Вот это все, и даже вареный лук, и все это в блендере, а потом будем приправлять всякими разными приправками, и будет вкуснота, такая вкуснятина. Вот что сегодня я готовлю на обед. А я вас всех люблю, целую, ваша Катя.